Озерского Яна Романовича, для имеющего специальное звание подполковник полиции, признать невиновным и оправдать за отсутствием доказательств. На прежнюю должность восстановить я тебя не смогу. Место уже занято. А какие свободы? Отдел по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Бумажный отдел. Ссылка для непригодных. Я согласен. Через полчаса выберем дело и приступим к работе. С ним прям станем по три дела раскрывать за день. Вообще-то можно сказать, что у него же репутация это деньги. Не наши методы. Мы же положительные персонажи. Нам нужен источник окружения Озерского. Присмотрись к его людям. Рано или поздно кто-нибудь из них подставится. Я говорю тебе, дело верняк. Это люди Озерского. Они сегодня приходили. Что хотели? Денег. Ты можешь узнать, правда это или нет? Если да, не дать им вляпаться в дерьмо по самой уши. Озерского посадят? Это если повезет. Но в органах он точно больше работать не будет. Чем обязан? Дело, которого вы не закончили 10 лет назад. Хочу помочь вам найти убийцу. Для вас я слышал это дело чести. Не лезьте в это дело. Это может плохо закончиться. Наряд для кого? И как назовем разработку? Аутсайдер. Аутсайдер. Премьера. С понедельника в 20:00 на НТВ.